Сдача макулатуры была полезной привычкой еще в советские времена, ведь в тот период в дефиците было практически все, кроме природных ресурсов. Но их с каждым годом становится все меньше. Возрождение таких добрых традиций, как сбор бумажной макулатуры, несомненно, полезная практика как для воспитания молодежи, так и для сохранения природных богатств. В рамках проекта «Ресурсосбережение» 11 ноября в Рязани прошла акция «Сдай макулатуру, спаси дерево». Эта акция приурочена ко дню сохранения ресурсов. Подобные акции при поддержке Министерства природопользования и экологии Рязанской области проводятся у нас на территории региона постоянно, но немного в рамках других акций, в том числе Дни защиты от экологической опасности. Цель этой акции, она и просветительская, и образовательная. Также было подсчитано, что переработка одной тонны макулатуры приносит огромную пользу, позволяя сохранить 10 деревьев, сэкономить 20 тысяч литров запасов воды, получить 1000 киловатт электроэнергии и даже на 1700 килограммов уменьшить опасные для природной среды выбросы углекислого газа. Всего в Рязани действовало 5 площадок для сбора макулатуры. В акции приняли участие более 150 детских образовательных учреждений, организаций и предприятий города. За время акции было собрано более 10 тонн макулатуры.